Добрый день! Поздравляю всех с рождественскими праздниками и хочу предоставить вам небольшой подарочек. У меня на Play Market есть несколько моих приложений. Сегодня я решил поделиться с вами этими приложениями для OS Linux и OS Windows. Есть такой эмулятор телеграфного ключа, который можно использовать для изучения азбуки Морзе. Вот это приложение. В настройках можно включить метод Коха, регулировать интервалы и громкость. Возврат в предыдущее меню осуществляется через ESC. Кнопками выбираем последний пройденный урок и нажимаем на урок. С методом Коха можно только изменить рекомендуемую скорость слов в минуту и остановить урок. На экран будет выведено 720 символов, после нажатия «Продолжить» продолжится урок. Если отключить метод Коха, на экран выводится 20 групп по 5 символов. По клику по экрану продолжится выполнение урока. И начинается он с минимальной скорости, которую вы изменяете на комфортную для вас. В случае полного управления вы можете выбирать группу символов, изменять скорость передачи, пытаться передать символ с помощью клавиш стрелок влево-вправо, поменять местами точки тире и передать заранее набранный текст в окошке ввода текста Enter Text. С этим все. В Linux скачиваете архив, распаковываете в любое удобное для вас место. Вам потребуется изменить права файла Morse VibroPlex x86-64 для запуска приложения. И можете создать ярлык на рабочем столе для этого приложения. Иконка лежит там же. Все, пользуйтесь на здоровье. Теперь стрелялка. Heavenly War. Для Linux все так же, как и в предыдущем случае. Вот эта стрелялка. Ссылки на приложение в описании к видео. Для Windows также распаковываем архив и запускаем приложение. На сегодня у меня все. Хорошего вам настроения на новогодние праздники. До свидания.